Опять мне пришлось в отель бежать, так как не взяли мы полотенце, пришли на пляж с вашим тому пляжного мастера такого от отеля. Говорим, где нам полотенце? Он говорит, в отеле назад. Ну, я как мужчина и пошел за полотенцами. У нас жена как скажет, что это мужская работа, то я делаю. Я делаю только мужскую работу. Если она скажет мужская, то я ее делаю. Если не скажет, то я не делаю. Вот я решил, сейчас на лифте поеду. Назад я на лифте поднимался. Такие тут дорожки. Хорошо, красиво. Море. Свежий ветерочек. Море дует. Вот он лифт. Сейчас на лифте поеду. Картку засуну, щелку и поеду. Рабочие убираются. Кому отдых, кому работа. Здесь в отеле порядочек, чистенько все прибирают. Везде газончики стрижены. Все. Вот наш отель такой. Здесь вид, фото сверху. Ага. Посмотрим. Вот в лифт. У нас поди там. Женщина стоит, ждет очереди. Вот такая тут красота. Это желтые с белым. Это наша граница нашего пляжа. Там другого отеля. Там красный другого. Сейчас я поеду на лифте. Вот, вот такой туннельчик. Уже прямо на пляж. Через бар. Сначала бар идет. Окей. Два лифта. Из пещеры. Что у нас, реклама чего-то? Ага. Аперитивы. Ну вот, сейчас сначала бар запьем, потом на пляж.